Современная индустрия красоты, которой в наши дни подвластно очень многое, делает женщину красивой внешне. Но все это работает лишь в том случае, когда и внутри организма тоже порядок. А это, в свою очередь, во многом зависит от правильного подхода к вопросам женского здоровья. Очень важно регулярное посещение каждой женщины гинеколога для сохранения молодости, красоты, здоровья и профилактики основных заболеваний, в том числе и онкопатологии. Юная студентка, активная бабушка, молодая мама или дама средних лет. Для каждой из них будет своя программа наблюдения у специалиста. Программа «Я здорова» – комплексное обследование органов малого таза и молочных желез, которое включает консультацию специалиста и основной спектр анализов. Программа специально разработана для поддержания здоровья женщины и своевременного выявления наиболее распространенных патологий. Программа «Онкостоп» – она включает все необходимые ежегодные обследования, а также анализы на вирус папилломы человека для исключения онкологических заболеваний, риск возникновения которых возрастает после 45 лет. Программа «Метронорм». Нарушения менструального цикла негативно сказываются на возможности забеременеть, на общем гормональном фоне и на качестве жизни женщины в целом. С помощью этой программы мы сможем выявить причины нарушения цикла и составить правильный план лечения. Программа «Мой комфорт». Комплексная программа создана специально для тех, кто хочет быть уверенным в своем здоровье на все 100%. Помимо обязательных ежегодных обследований, программа включает анализы на заболевания, передающиеся половым путем, и онкологические патологии. Также мы создали новую программу в рамках антиэйдж-медицины «Красота и здоровье» для тех, кто желает замедлить ранние процессы старения, улучшить качество жизни и остановить развитие возрастных заболеваний, повысить либидо, улучшить память и концентрацию внимания. Результаты обследования позволяют разработать индивидуальную программу комплексного омоложения. Вне зависимости от возраста и социального статуса, современная женщина стремится меньше времени проводить в кабинете врача. Здесь приходят на помощь новейшие методы диагностики и лабораторных исследований. Забота о своем здоровье стала актуальным трендом именно потому, что в наши дни активное долголетие – это норма жизни успешного человека. И то, как мы будем выглядеть завтра, во многом зависит от того, как мы относимся к себе сегодня.